Okay, first of all, I want to congratulate Coach Narok for the Cup. В первую очередь я бы хотел поздравить тренера Знарока, отличная работа. It's always when we are playing best of seven series, always the better team wins. So I think Dinamo deserve to win and deserve to go to play for the Fegorica. Динамо заслужило выход в финал Кубка Гагарина, потому что в любой серии, в принципе, лучшая команда побеждает. But I still think that we played pretty well in this series. I'm very proud of our players. We tried hard. We were down by three games, but we still managed to win two games in a tough situation. And also today we had our own chances, but couldn't score. Но я по-прежнему считаю, что мы играли достаточно неплохо в этой серии. Я горжусь ребятами. И в моменте, когда мы были в сложной ситуации, проигрывали 0-3, мы нашли в себе силы и смогли выиграть две игры. И поэтому я горжусь. And I think in Dynamo there is a winning culture, you can see it. В Динамо есть культура побеждать, и вы видели ее. And we are, I think, building the same. Thing is called at the moment. We are building the same. We are now building the winning culture. Пытаемся основать эту культуру. And I think we are in the right way. Я думаю, что мы на верном пути. I have been here now in this league 4 months. It's not a long time, but I think our team plays at the moment with better discipline and. And better as a team than when I came here. Я не долго в этой лиге, всего 4 месяца, но мне кажется, что мы and better as a team, as a unit. Я думаю, что мы стали лучше как команда за то время, что я нахожусь здесь. Мы все. But of course, we are very disappointed. We thought that we can beat Dynamo, and we still think that we have a very good team, and we have our own chances in almost every game. Спасибо. Естественно, мы очень разочарованы тем, что нам не удалось выиграть. Мы верили в то, что мы можем пройти Динамо, и мы заслуживали это. И в каждой игре у нас были моменты. Спасибо. Спасибо, Олег Валерьевич. Очень тяжелая серия прошла. Благодарен ребятам, потому что я не выносил на общественность очень мужество ребят, конечно, кто-то играл со сломанными руками, трещины на ногах, но они бились до конца, они доказали, что они лучше. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, задаем вопросы по серии, но не забываем представляться. Сергей Федотов, КХЛ ТВ. Олег Валерьевич, есть ли варианты какие-то оживить кого-то из центров четвертого? Потому что в три центра финал будет очень непросто. Понимаешь, что там есть даже из тех, кто играли, травмированные. Но какие-то варианты уже придуманы? Ну, у нас есть варианты, конечно. У нас и Костя Волков может сыграть в центре, у нас и Бабенко может сыграть в центре. Но у нас Писунов уже просто боялись сегодня оставить. Но снова готов. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Михайлович, болельщик Динамо. Олег Валерьевич, я знаю ваши отношения, что вы никогда не комментируете решение судей. А хотел бы все-таки услышать ваши комментарии по поводу безобразного эпизода, иначе я не могу назвать. В первом периоде, когда, значит, Артюхин трижды... Мы не обсуждаем. Секундочку, я же задал вопрос. Позовите сотрудника охраны, пожалуйста. Давайте. Мы не обсуждаем вопрос судей. Эпизод с участием. Мы не обсуждаем вопрос судей. Пожалуйста, выведите человека. Что это выведет человек? Пожалуйста, это пресс-конференция. Не для болельщиков. Я никуда не уйду. Я сейчас вызову все. Вызывайте, пожалуйста. Не имейте права. Что вы делаете? Не мешаете. Давайте оставим. Просто. В конце концов. Я командир. Извините. Я понимаю ваши эмоции. У меня такие же эмоции у меня, да. Но я не собираюсь комментировать работу судей, потому что, в принципе, их бесполезно комментировать. Ответ удовлетворил. Спасибо.
Вопрос мистеру Яловину. Скажите, пожалуйста, повлиял ли на конечный результат тот факт, что перед финальной серией у вас не было четкого представления, кто у вас первый вратарь? И вообще, как вратарская тема повлияла на финал Запада? Возможно, это повлияло, да. Спасибо. Дальше. Можно сразу в продолжение? А, как считает Юка, нужно ли усиливать эту позицию в команде, если она сами просто? Поздравить хотят. А? Поздравить хотят. К сожалению, у нас болельщиков больше. Или к счастью, для кого-то. We have to analyze the season, how we played, and we always, like all good teams, we win as a team and we lose as a team, and it's one, of course, it's important position, goaltending, and we have to analyze, do we need another goalie or not, but I think Jesper played very good games, two games before this game, and he gave us a chance to be back in the series, so no anything negative against him. Безусловно, сначала нам нужно будет проанализировать этот сезон, как любая хорошая команда. Мы и проигрываем как команда, и выигрываем как команда. Ежов провел отличные две игры до сегодняшней игры, и никакого негатива к нему я не могу сейчас высказать. Естественно, нам нужно будет проанализировать и подумать, нужен нам новый вратарь или нет, потому что это действительно очень важная позиция, но, как я уже сказал, никакого негатива к Ежову нет. Он отлично играл. Спасибо. Представляемся. Давид Гент, «Самольская правда». Вопрос тренеру СКА. Не считаете ли вы, что одна из причин сегодняшнего поражения было то, что предыдущая победа отняла у игроков СКА много эмоциональных и физических сил? Они просто выдохлись эмоционально. I don't think so. We were not like not tired today. We had enough chances to score goals like Dynamo, but we couldn't score. It wasn't physical or mental. We were ready to play today, like we saw in the first game. Нет, я так не думаю. Мы не были уставшими сегодня. У нас не было никакой физической или психологической усталости. Мы играли, мы имели моменты, как и Динамо, но мы не смогли их реализовать, и Динамо смогло. Дело не в этом. Коллеги, два последних вопроса. Скажите, пожалуйста, вот тот опыт, который вы приобрели вот за этот отрезок работы со СКА, он как-то вам поможет при подготовке сборной Финляндии к чемпионату мира? Что-то новое для себя вынесли? I think this 4 months what I've been here can help me as a coach in Finnish national team, because this is a very good league. I have love to be here, and lots of good teams like Dynamo, for example, and have to find ways how to win and how not to lose, and I think it's good for the Finnish national team. Ну, естественно, я думаю, что опыт, который я здесь получил, он сделал меня уже лучше как тренера, и это, естественно, поможет мне в работе с национальной командой Финляндии, потому что КХЛ отличная лига, и здесь много хороших команд, таких как Динамо, например, и постоянно приходится искать какие-то решения, как выигрывать, как не проигрывать против каждой команды. Естественно, это поможет. Все. Да, вопрос, Олег Валерьевич. Пару слов болельщикам. Ну, я уже неоднократно говорил про это. Очень приятно играть при таких трибунах, при таких болельщиках, которые поддерживают нас. Кстати, сегодня поздравлял уже и Сашка Овечкин, поздравил уже, позвонил. И Комар позвонил уже. Так что Комар говорит, что я хочу возвращаться уже в эту команду. Я сыграл 13 матчей, дайте мне. Бэкстрим не звонил еще. Поэтому спасибо всем. Пожалуйста, последний вопрос. Игорь Коковин, благодарен. Вопрос главного тренера Динамо. Жаль, что он получается крайний этот вопрос. Чисто для восстановления, что называется, исторической справедливости. И учитывая то, что вы тренер, мы журналисты знаем, что судейство не обсуждается. Я вас прошу о другом. Вот этот эпизод там, где, да, Федоров, Соин и так далее.
А что объяснили вам? Потому что Бабенко, капитан, долго говорил с судьями, очевидно, вам передали как бы канву. Как объяснили, что там ничего нет? Так объяснили. Вы знаете, я даже вот готовился, я не то что готовился, я вот хотел все это высказать, понимаете, это, у меня вот накипело это все, но я говорить про это не буду на самом деле. То есть вы даже труд... не процитируете то, что вам сказали? А мне ничего не говорили. А с кем? Я с судьями не разговаривал. Бабенко говорил с судьями, потом подъехал, очевидно, вам сказал, почему все это. Так, да, да, ну это же. Нет, ну, а какой смысл, я не могу понять. Смысл-то нет никакого. Не-не, просто... Нам просто в этой серии пришлось бороться и с соперником, и, я не знаю, там этот стоял в каске, блин, там. Да, блин. Спасибо, Галиня. Особенно хорошо плакал на экране.